Украинская разведка обладает информацией, что в РФ планируют новую волну призыва, которая начнется уже в первой половине января. Такой информацией поделился глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью BBC. При формировании новых подразделений не хватает живой силы. Исходя из этого, они сейчас рассматривают и уже приняли для себя решение, чтобы с 5 января начать очередную волну мобилизации. По словам Буданова, в РФ наблюдаются проблемы с комплектованием существующих подразделений. Они участвуют в боевых действиях и постоянно несут большие потери. Глава разведки считает, что нет особого значения, когда объявят новую волну мобилизации, ведь им придется пойти на такой шаг 5 или 9 января.